чудесный день сегодня. Как и каждый день неповторимый над предыдущим. Почему так? Потому что я жил как дитё, одним днём, доверяя себе, судьбе. Конечно, со своим умом бывают трудности, как у всех. Но в такой чудесный день, на закате дня, можно только сказать, что все будет хорошо. Don't worry, be happy. Всегда надо быть счастливым, довольным и благодарным за все. Столько много чудесного, на что можно внимание обратить. А мы обращаем внимание на плохое. Зачем? Зачем это делать? Зачем подпитывать зло? Зачем внимание обращать на то, что нам потом вредит, нас убивает? Не надо. Вот я сегодня познакомился здесь с ребятами, они ходят по 7-8 лет уже по слаклайн, по канату над обрывами, 70-80 метров над землей. Страховка, конечно, но здесь вот они натянули 100 метров, тонкую такую вот, как два пальца, канат, ходили. Я понаблюдал, потом попросил тоже дать возможность встать. И тоже показал чуть-чуть, скопировал их. То есть себя показал. Но два мастера, если присутствуют, тогда все получается. И с первого раза получилось. Они аж удивились. Сразу мастера признали. Хоть много я не прошел, но в первый раз встать на канат, на такой профессиональный, и пойти задом вперед, повернуться, это не каждому дано. Поэтому я сам удивился. Не знал, что так будет. Случайность в жизни. Такая приятная случилась. Мастера встретились, как будто договорились. Две недели назад с одним молодым из них я встретился здесь. Он ходил. На следующий день не получилось. А вот на этот раз, не зная, не планируя, мы встретились. Так получается по жизни, если мы на волне, если мы доверяем себе, если мы делаем то, что надо, не отвлекаясь, тогда все получается всегда.